Так вот у нас с вами случилось ДТП. Самое интересное, что виноват не водитель газели, а виноват водитель желтого автомобиля, который влетел непосредственно во все машины, собрал. И у нас получился такой вот бутербродик. Смотри вперед на дорогу, ищи ответы. Почему не пришел, ведь я был очень верить в человека, что видел это все напротив. Работавший в ГИБДД, устроившись на ось, все дело сердце решил прибиться. Только заплакал и собаки глаза. Налило сердце, ну что ты, встань, друг! Суть данной аварии, в общем, желтая иномарка превысила скорость. Четвертая машина спереди, газель, сворачивала налево, стояла. И все, получается, по очереди влетают друг в друга паровозиком. Слава богу, пострадавших нет. Все живы-здоровы, кроме шокового неприятных ощущений от разбитых машин. Но самое главное, что никто не пострадал. Больше всего пострадал, наверное, морально водитель газели, которого отломился буквально задний бампер чутка. Остальные машины, конечно, пострадали очень серьезно. Люди, не превышайте, особенно по городу. Ездите аккуратно, берегите себя, берегите близких. Всем пока-пока. На 128-м километре произошла авария. Автомобиль ВАЗ-2110 сошел с